Существует только два типа логик. Все разновидности делятся по этим типам. Они диаметрально противоположны по содержанию, но внешне по звучанию и написанию неразличимы, то есть они омонимы. Первый тип – это обыденная логика любой практики в создании текстов или в чувственном познании. Второй тип – врожденные диалектические законы бытия, по ним и воспроизводится логика. Первый момент первого типа логики воспроизводится без предварительных условий, не отражает объективной реальности. В истории философии полно безуспешных попыток преодолеть этот недостаток. Первый момент уже второго типа логики воспроизводится при условии А равно А, когда сверхчувственная зона законов психики субъекта совпадает со сверхчувственной зоной законов объекта, родовых законов субъекта и объекта. Второй момент первого типа логики – многозначная логика, имеет много смыслов по Аристотелю. Второй момент второго типа логики – она одно- или двузначная, что в сущности оказывается одно и то же, при условии обнаружения сверхчувственного объекта. Третий момент первого типа логики – каждое понятие обобщает, оно бессодержательная абстракция. В математике такие же абстракции – знаки и символы. Третий момент – второго типа логики – каждое понятие конкретное, и субъект, и каждый предикат содержит в себе в снятом виде всю диалектическую логику, все законы бытия. То есть, в отличие от первого типа, здесь понятия не абстрактные, а конкретные. Четвертый момент первого типа логики – авторы все, кто опирается на обыденную логику или имеют объектами чувственно данные вещи или их свойства. Четвертый момент второго типа логики. Авторы Парменид, поздний Платон, Гегель и их последователи. Короче, так. Первый тип логики – это логика всего. А второй тип логики – это логика бытия. Еще раз уточним. Второй тип логики. В нем сходное познается сходным. То есть А равно А. У разных форм движения материи есть общие законы, а значит и общая логика познания их. Тут дедукция Парменида из его истины соответствует логике бытия. А равно А. Дословно. Одно и то же мышление и то, о чем разумная мысль. Ибо без сущего, о котором она высказана, тебе не найти мышление. Ибо нет и не будет ничего, кроме сущего. И в сущности о том же интроспекция бытия души по Платону. Дословно. Нужно отвратиться всей душой от всего становящегося, тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия. Следующее изображение. Это своеобразный тор или тороид, показывающий непрерывное движение законов бытия, обозначенных категориями диалектической логики. А это еще и самодвижение, то есть кауза суи сверхчувственной материи, каждой формы движения материи. Напомним, существует только два типа методологии.
Одна не признает никаких логических границ, другая в жестких границ А равно А, и в логике, и в объективной реальности. Правда, тут нужно учитывать, что А равно А касается родовой диалектической логики, которая содержится в любой видовой диалектической логике и способствует ее познанию. Свобода интерпретации в работах по физике макро- и микромира должна быть в рамках необходимости. Логика бытия и концепция иерархии форм движения материи или модели матрешек и является собой предварительной рамки необходимости, то есть обозначает границы конкретных онтологических объектов форм движения материи. Особенно в вопросе целого и его частей. Именно они позволили Платону выйти на сверхчувственное бытие в государстве и на его диалектику. Но это уже после создания диалога Парменид, во второй части которого он излагает законы родовой диалектической логики. В 20-х годах 20 века в физике было четко установлено, что в зависимости от типа регистрирующего прибора или условий опыта фотон или электрон проявляет себя то как частица, то как волна. И это должно было насторожить исследователей, ибо указывало на дуализм, разнокачественность, разную эмерджентность и разноуровневость исследуемых объектов. Парадоксально, но это не интересовало представителей неклассической физики. Они склеивали и разделяли элементарные частицы, выводя законы микромира в экспериментах и экстраполируя их на онтологию математическими доказательствами в теориях. Такая позиция была шагом назад от исследования объективной реальности к субъективной трактовке опыта. В тех же 20-х годах 20 века появилось множество западных публикаций по проблеме иерархии структурных и интегративных уровней материи. Само понятие структурных уровней в теории интегративных уровней материи сформулировали американские ученые. Они полагали, что каждому из этих уровней свойственны особые качества и законы, то есть эмерджентность, определенная степень сложности, и каждый предыдущий уровень относится к последующему как часть к целому. Но вот это последнее положение не всегда подтверждалось. С конца 50-х годов 20 века к разработке теории структурных уровней активно подключились отечественные ученые. На представленном теперь рисунке модель иерархии структурных уровней. Концепция уровней материи – это второй шаг после философии бытия Парменида и позднего Платона. В поисках выделения границ сверхчувственной материи в эмпирическом материале. При всей интуитивности и примитивности концепции этот шаг направлен уже не на родовую, а на видовую диалектику каждого конкретного бытия. Конкурировали два типа пирамидальных моделей уровней организации материи. В одних конструкциях делался акцент на увеличение объема элементов, а в других – на уменьшение систем. При объединении их возникла модель матрешек, каждая со своими элементами. Обычно этот раздел относится к общенаучной методологии, но он является переходным от одного видового бытия к другому. Переход реализуется через обозначенную Парменидом границу, разделяющую в логике плюрализм бытия на самодостаточные монизмы. При объединении противоположно направленных пирамид уровней материи возникает иерархия движения материи, то есть систем с их элементами, модель матрешек. Причем реализуется иерархия двойная.
иерархия самих матрешек и иерархия их элементов, частей системы. То есть в процессе становления иерархии системы матрешки уменьшаются, а составляющие их элементы увеличиваются. Рассмотрим более детально. Черные элементы исходной матрешки объединяются в коричневые элементы следующей матрешки. Коричневые элементы матрешки уже группируются в фиолетовые элементы фиолетовой матрешки. И такая закономерность выстраивается для всей последующей иерархии форм материи, то есть матрешек. Такова иерархия форм материи в модели матрешек. Но на самом деле тут нет подчинения нижележащих форм высшим, а в генетическом плане даже наоборот. Это идеальные модели матрешек. Включенные матрешки могут формироваться и во множественных экземплярах, а их элементы могут объединяться не обязательно в равных количествах, и не обязательно все. И процесс этот может быть наблюдаем, например, во Вселенной, еще и на разных стадиях становления и функционирования этих систем. Теперь проследим сами механизмы формирования иерархии матрешек. Объединяющиеся в группы элементы под цифрой 3, фундаментальной формы материи, цифра 1, порождают новые части эрженметы, цифра 4, следующие формы движения материи, матрешки, цифра 2. При этом абсолютно все части, цифра 3, исходной формы материи, и свободны, и связаны в эмерджентах, не теряют своей принадлежности законам фундаментальной исходной формы материи. Цифра 1. Новые части эмердженты под цифрой 4 превращаются в своеобразных двуликих янусов. Каждый из янусов живет в своем независимом друг от друга мире, самодостаточной форме движения материи. И каждая матрешка, то есть система, форма материи, со своими элементами фактически есть эрженмент по отношению к предыдущей, которая, однако, не является ее частью. Вот так и возникают новые формы сверхчувственной материи. И каждая матрешка есть самодостаточный эмерджент, поэтому не является частью чего-либо. С точки зрения диалектики, в каждом целом системе, в данном случае мегасистеме, ее части сливаются в единое тождество противоположностей целого и частей, новый эрженмент. Вселенная, например, состоит уже не из протоэлементов, эфиронов, а из частей Вселенной, эмерджента. Соответственно, метагалактика из частей метагалактики, тоже эмерджента, а галактика из частей галактики, очередного эмерджента. Эти части имеют свойства, качества, а точнее законы своих целых, своих систем, в которые входят, и так далее. Однако возникшие разнокачественные мегасистемы пирамиде матрешек, то есть форм материи, не могут быть связаны в иерархии всей пирамиды как части и целое. Не могут, ибо нарушается элементарная логика. А не равно не А. А если суммировать формы материи, то это тоже абсурд, ибо возникает эффект превращения материи в иерархии, что нарушает закон сохранения Парменида. Любая качественно определенная форма материи в ее границах есть онтологический объект, объективно рассматривать который можно только как единственный и самодостаточный. И вся надстраивающаяся иерархия фактически есть несущественные изменения самой фундаментальной системы. Поэтому между матрешками нет
ни взаимодействия, ни структуры, а есть только несущественное влияние. Другой логики объективной реальности нет, есть лишь алогичность. А теперь самый интересный момент. Для исследователей и практиков тут возникают три варианта. Вещь содержит какое-то множество форм материи. Например, человек, имеющий в себе целую иерархию матрешек или форм материи, начиная с органоидов и клетки и заканчивая телом. Это первое. Момент. А второй момент – вещь содержит в себе только одну форму материи, например, государство. Но и это, как показал еще Платон, мало помогает задаче преодоления иллюзии чувственного восприятия и явления. И третий вариант – бытие значительно больше вещи, в которой содержится лишь его частица. Поэтому реальные границы такого бытия могут выходить и далеко за пределы социальной формы материи. Опыт Малькельсонов-Морли, 1887 год, был принципиально направлен на то, чтобы определить или опровергнуть существование мирового эфира посредством выявления эфирного ветра или факта его отсутствия. В его интерференционной картине полный эфирный штиль. Но А не равно не А, а Эмерженту. Поэтому планета с ее механическим движением не может вызывать эфирного ветра. Для эфира она не существует. Не говоря уже о том, что как скопление эфиронов, она меньше, чем капля в океане для эфира. Луч фотонов, эмержент, тоже не существует для эфира. Это несущественное воздействие на него, точнее, само свечение фотона уже доказывает, что он находится в эфирной среде. Но что он может еще выявить? Больше эфира? Луч света, фотон, элементарная частица, а точнее часть формы движения, которой он принадлежит, не может взаимодействовать с эфиром, так как он является собой качественную форму материи и движения. Эмерджент. А не равно не А. Ибо сходное воздействует только на сходное. Эфир на эфир. Форма – это онтологический закон, и невозможно тормозить или ускорять, то есть изменять его, к тому же не имея даже четкого представления о том, что же он собой представляет. Закон реализуется в тождестве противоположностей, в их взаимопереходах, в формах движения, а это не эмпирически полученный результат перемещения в пространстве или спектрального анализа. Теперь о доказательствах существования эфира. В 1900 году Макс Планк, пропустив через спектральный прибор дифракционную решетку электромагнитное излучение, зафиксировал, что излучение с определенной длиной волны распространяется только целыми порциями, и ввел представление о квантах энергии и кванте действия. Альберт Эйнштейн в 1905 году соединил эту идею с теорией корпускулярности фотона. Так родилась концепция корпускулярно-волнового дуализма кванта или фотона. То, что дифракционная решетка пропускала не электроны, то есть корпускулы, эмерженты, а только их составляющие, порции эфиронов с их волнами, это в расчет не брали. Дискретность элементарной частицы имела порцию квант-волн эфиронов, а потом порцию квант-волн прилепили, но уже в модели, в теории, опять к дискретности элементарных частиц. Так выпотрошенные порции эфиронов прилепили повторно на невыпотрошенные элементарные частицы, на эмерджентты, перенесли их с нижележащего уровня на вышележащий. Получился даже не кентавр,
а уродство моделей и иерархии форм материи. Два качественно различных объекта поместили в один уровень иерархии материи и объединили эмержент с его причиной, с его носителями. Двухщелевой эксперимент – тоже доказательство существования эфира. Фотоны, эмерженты, луча света не влияют на волны эфиронов. В движение приводят эти волны сгустки эфироном в каждом фотоне. А равно А. Но это несущественное влияние, не касающееся изменения сущности эфира. Сгустки эфиронов подталкивают, в кавычках, свободные эфироны, генерируя их волны. И ничто не мешает им это реализовать. Ничто, кроме детекторов пролета электрона или закрытая щель. Опыт Планка освобождался от электронов. А в двухщелевом эксперименте детектор фотонов не пропускал эфироны. Все необъяснимые, в кавычках, эффекты со щелями этого не учитывают, потому что физики верят выводам из опыта Мейкельсона-Морли и эйнштейновской конструкции кванта. Эрвин Хаббл решил, что Вселенная расширяется. Он трактовал красное смещение в спектре излучения далеких звезд по аналогии с эффектом Доплера. И вот это многие считают доказательством Большого взрыва. Но любые аналогии хромают. Доплеровское изменение длины волны или частоты сигнала и космологическое красное смещение – вещи абсолютно разные, качественно разные и даже описываются различными формулами. Более того, это разные сферы разных объективных реальностей, разных форм материи. В логике А не равно не А. Поэтому математический аппарат Фридмана, подтверждающий расширение Вселенной, базируется на ложной релятивистской теории. Существует объяснение красного смещения и из-за преобладающих в галактиках атомов водорода, которые поглощают и испускают излучение. В спектре поглощения у водорода имеется одна спектральная серия – в ультрафиолете, называемая серией Лаймана. А в испускании регистрируются спектральные серии в инфракрасной части спектра. Это уже серия, линия серии Бальмера. Объясняется концепция расширяющейся Вселенной и сингулярности, также и идеей взрыва одной элементарной частицы – бозон Хиггса, частица Бога, в кавычках, которая, согласно стандартной модели, в момент Большого взрыва сотворения Вселенной дала отдельным элементарным частицам их массу. Пустого пространства нет, поле тоже материя. Сжатая форма движения материи – это нонсенс. Закон и качество, как, впрочем, и остальные законы категории бытия, не сжимаются и не расширяются. Если допустить, что вакуум – это все же пустота, которая окружает матрешку Вселенную, то это в категориях онтологии – ничто. То есть нет даже пустоты или пространства по Пармениду, так что нечему искривляться в теории Эйнштейна. С точки зрения рациональной онтологии, два эмпирических атрибута – пространство и время – в объективном бытии отсутствуют. Нет такого закона в объективной реальности. Но для обыденной практики, не претендующей на онтологическую картину мира, пространство и время очень удобны и необходимы. Однако, если исследование замахивается на законы объективной реальности, нужно переходить на рациональную онтологическую методологию и логику, на истинное знание, лишенное субъективности. Скорость света в эмпирии
несомненно, что-то отражает, но в объективной реальности существует взаимопереход тождества противоположностей, который скоростью не измеряется. Он вне времени, в начале его уже содержится конец и наоборот. Негативную роль в потере чувства реальности в физике сыграла чрезмерная и некритическая математизация. Она с ее абстрактностью превратилась в самоцель. Физическая сущность какого-либо процесса стала не важна, а важны в его описании только формулы. Зенон с помощью математики опровергал самые очевидные эмпирические истины, которые с помощью математики же могут быть и доказаны. Сторонники квантовой механики считают, что в микромире действует какая-то иная, многозначная логика, а между тем это логика обыденного эмпирического мышления, с критики которого мы и начинали наше исследование. Характерно, что на уровне эмпирических теорий два столпа неклассической физики, квантовая механика и теория относительности, несовместимы, соответственно, несовместимы и их картины мира. В первую очередь, это потому, что объективную реальность оба столпа не отражают.